Мой тайский котенок кошечка Линда, ей на видео всего 1,5 месяца. Очень бесстрашная кошечка. Она забралась на спинку стула и хотела было уже перепрыгнуть наверх домика для кошек. Я ей не позволила это сделать. А вот 2-месячный тайский котенок Жан-Поль, он забрался на спинку стула и стал все обнюхивать. Ему не хотелось, наверное, прыгать наверх домика. Thank you.